Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол. Здрасте, меня зовут Петр Осипов, и я приветствую вас на канале Посуда Март. Мы знаем все о премиальной посуде и не только о ней. Лето в самом разгаре, а значит, мы ходим на пикники, шашлыки и проводим много времени на даче. И, естественно, куда же без прохладительных и горячительных напитков. Поэтому сегодня я сделал для вас подборку стаканов. Будут и просто стаканы, и наборы с графином, поэтому присаживайтесь поудобней, наливайте себе свой любимый напиток и приятного просмотра. И сразу начинаем с нашего хита, который уже долгое время держит пальму первенства среди стаканов. Это стаканы с двойными стенками от Цвилинг. Кто хоть раз пользовался такими стаканами, влюбился в них навсегда. Фишка этих стаканов в том, что между стенками вакуум, который позволяет горячим напиткам дольше не остывать, а холодным не нагреваться. Эдакий мини-термос. Делают такие стаканы из боросиликатного стекла, который выдерживает температуру от минус 20 до плюс 280 градусов. Их можно мыть в посудомойке и ставить в микроволновку. Объем стаканов 296 мл, позволит вдоволь насладиться любимым напитком. Подойдут как для лимонадов и коктейлей, так и для кофе, чая или глинтвейна. Стаканы сделал всем известный бренд Цвилинг, поэтому за качество можете не переживать. Давайте посмотрим отзывы на эти стаканы на нашем сайте. Юлия пишет: увидела такие стаканы у подруги и не смогла устоять. Уж очень они красивые. Подошли для кофейных напитков и коктейлей. Долго сохраняют температуру напитков, как холод, так и тепло. Отличный подарок для близких. Всем, кому дарила, в восторге от них. Рекомендую. Юля, спасибо вам за отзыв. И еще один комментарий от Оксаны. Отличные стаканы, понравились всей семье. Оригинальные с виду и на самом деле термо, невероятно легкие. Наливая кипяток, стенки остаются холодными и можно спокойно держать руками. Рекомендую набор. Спасибо, Оксана, полностью с вами согласен. Помимо своей практичности и легкости, у этого набора есть еще одно преимущество. И это дизайн. Он универсален и подойдет на любую кухню. Я лично из таких стаканов пью холодные напитки со льдом. Если кому-то мало 296 мл и он привык к высоким стаканам, у нас есть такие же красавчики, но другой формы. Все характеристики абсолютно такие же, за исключением объема. Тут он побольше, 410 мл. Из этих стаканов я бы в первую очередь рекомендовал пить пиво и непременно пшеничное. Данный бокал является символом знаменитого немецкого пивоварения. Разработанная технология позволяет создавать уникальный оттенок напитка. Аккуратный расширенный верх стакана помогает легко задерживаться пенке. В общем, выбирайте повыше или пониже, пообъемнее или поменьше. В любом случае, они классные. Дальше у нас набор чуть побольше, уже из 4 стаканов. Сразу раскрою их главную фишку. Это объем. Целых 0,5 литра. Это избавляет вас от необходимости постоянно обновлять стакан. Прекрасно подойдут для любых холодных напитков, соков, лимонадов и коктейлей. Но вы обратили внимание, как эти бокалы по форме похожи на бокалы для вина от Цвизельглаз? Все потому, что это бокалы из одной коллекции, просто у этих нет ножки. Поэтому вы смело можете использовать их для вина или домашнего сидра. Изготовлены из бессвинцового хрусталя, что делает их более долговечными и ударопрочными. Дополнительная обработка по технологии Tritan Protect позволяет в 2 раза повысить прочность бокалов. Их спокойно можно мыть в посудомойке. В наборе 4 стакана, так что хватит всем. А если у вас частые застолья или большая семья, это не проблема. Ну возьмите 2 набора и все. Сейчас я вас удивлю. Набор из 4 стаканов, а предметов в наборе 9. Как такое возможно? Легко, если в наборе к стаканам идут еще и трубочки. И даже ёршик для чистки этих трубочек. Лично я впервые вижу, чтобы к стаканам шли индивидуальные трубочки. Это же так просто, но при этом так эффектно. Придумал это все немецкий бренд Nachtmann. Стаканы изготовлены из бессвинцового хрусталя. Проверим? Слышите, какие звонки? Объем 445 мл. А посмотрите на дизайн. С такими гранями эти стаканы будут сверкать, как бриллиант. Шикарный вариант для любых прохладительных напитков или коктейлей, как лимонадов, так и алкогольных. Трубочки потом можно промыть ёршиком, он в комплекте. Или просто поставить все в посудомойку. Пока рассказывал вам про стаканы, пришла идея, что эти трубочки можно использовать для мыльных пузырей. Дети будут в восторге, можете мне поверить. На очереди позиция для любителей, чтобы все было в наборе. Стаканы плюс графины. Ничего отдельно покупать не надо. 4 стакана по 300 мл и графин в минималистичном стиле на 1,2 литра. Для домашних лимонадов, щелочной воды с лимоном, мятой и огурцом, для соков и компотов, даже для домашнего вина и любых других напитков. Изготовлен из богемского стекла брендом Crystallix Bohemia. А мы с вами знаем, что чехи в стекле знают толк. Украсят любой стол и подойдут по стилю к любой сервировке. И это скандинавский стиль, который в данный момент безумно популярен. Вся его суть в создании уюта, и этот набор полностью вписывается в эту концепцию. У меня нередко возникает ощущение, что стаканы, из которых мы пьем,
целом напрямую влияют на наше восприятие напитка. Эти стаканы, уверен, заставят вас пить из них чаще и больше. Ну и на сладкое у нас еще один набор с графином от WMF. В наборе 4 стакана классической формы с интересным дизайном по 250 мл и графин на 1 литр, оснащенный крышкой-фильтром. Можете использовать его и с крышкой, и без. В крышке есть клапан, который открывается при наклоне, и фильтр-сетка, которая не позволяет семечкам лимона, ломтикам мяты или кубикам льда попасть к вам в стакан. Если вы случайно разбили графин, ничего страшного, колбу вы сможете приобрести отдельно. Вообще WMF славится интересными решениями. Например, к этому графину вы можете докупить специальные спирали для ягод и фруктов и поместить их в этот графин. Набор подходит для любых прохладительных напитков, коктейлей или чего покрепче. Сочетание скандинавского стиля со стилем хай-тек делает этот набор универсальным для любой сервировки. Надеюсь, среди 6 видов стаканов вы найдете своих любимчиков. А если нет, то заходите на наш сайт посудомарт.ру. Там огромнейший выбор посуды на любой вкус. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал. Ну и по традиции, вкусных вам завтраков, сытных обедов и полезных ужинов. С вами был Петр Осипов. Увидимся!